Привет! Давно я не снимал ролики о лечении алкоголизма. И сегодня настал этот момент. Сегодня очередное ошеломляющее средство. Не забываем, у меня на канале собраны практически все народные рецепты против этой напасти. В конце видео вы увидите квадраты, это и будут самые популярные рецепты. Также под видео вы увидите ссылочку с этим плейлистом. Ну а сегодня средство, которое известно в узких кругах. Его мало применяют, но эффективность его доказана хорошими отзывами. Это средство, как правило, применяют без ведома больного, то есть без ведома пьющего человека, алкоголика. То есть это средство можно без ведома больного, без ведома алкоголика добавлять. Добавлять можно как в твердые блюда, ну, например, в каши, в борщ и так далее, так в какие-то и жидкие напитки. Данное средство применяют именно тогда, когда пьющий очень серьезно употребляет алкоголь. То есть вы знаете, что в этот день ваш родственник или другой человек будет употреблять алкоголь. Или он находится в запое. Вот тогда и применяют это средство. Это средство называется чемеричная вода. Стоит оно копейки. В нашей аптеке я купил его за $1.5. Применяется это средство совсем для других целей, для наружного применения. Это средство токсичное, поэтому с особой осторожностью необходимо его применять для лечения алкоголизма. Ни в коем случае не превышать дозы. Пользоваться только капельками, только пипеткой. Если человек в какой-то период не пьет, например, неделю не будет пить и так далее, это средство применять не рекомендуют, так как это средство вызывает рвоту и отвращение уже впоследствии к алкоголю. Итак, начальная доза 2 капли. Максимальная доза, когда вы уже попробовали 2, 3, 4, 5 капель, составляет 10 капель. Под видео я помещу еще некую полезную информацию про чемеричную воду. Почитайте ее. А также введите в интернете запрос «Чемеречная вода от алкоголизма» и получите больше информации про это уникальное средство. До новых встреч на моем канале и встретимся еще.